Приветик! Как и говорил, у нас сегодня такой день разъездов. Мы уже приехали с Денисом в первую точку, куда надо было. Мы приехали в Путилково. Я, кстати, не знала, что Путилково — это, оказывается, деревня почему-то называется. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот. Почему-то в навигаторе написано, что это деревня. Но хотя там были, конечно, домики такие частные там, мы проехали, но в основном здесь застроено все такими домами. Вот. И вот все натыкан, даже, да, не скажешь особо-то, что тут как-то зелень, еще что-то, хотя это считается уже Подмосковье за МКАДом. Вот. Ну, в общем, сейчас здесь. Денис уже пошел по делам. Вот, я сижу, не знаю, он сказал, может быть, минут 30. Сижу, жду. Следующая точка у нас будет Звенигород. Вот Звенигород — это клево. Я вообще люблю. Я была один раз в Звенигороде, там очень красивый монастырь. Вот мы тогда тоже, кстати, ездили. Денис был по работе, у них там был объект, квартира. Вот. И мы тогда с сестрой, с Ликой его отвозили туда с дачи. Это летом было. А пока он там дела, мы гуляли. Ой. Вот. И поэтому сегодня тоже едем в Звенигород. Но я думаю, может, мне стрим запустить, когда буду там, если он там долго будет. Я даже не знаю, сколько он там будет. Вот. А так сижу, водителем сегодня работаю. Конечно, хотела вот сказать, мы вот сколько вот, что Химки, что Куркино, что Путилка, вот эти вот, ну, здесь районы, ну, и вообще, говорят, такие районы новые относительно, которые вот Замитина застраивают, у них очень проблемы с дорогами. Вот мы сейчас сюда ехали, в эту деревню въезд, у них просто двухполосная маленькая дорожка, чтобы выехать отсюда, там, на МКАД, еще. Там просто пробка. Сегодня суббота. И люди стоят, там пробка. Но мы, правда, ехаем против пробки. Вот. И вот строят такие дома. Здесь же много людей, они большие, заселяют, а дороги не делают. То есть людям как только стоять в пробках, чтобы выбраться из своего района. Вот это, конечно, обидно. Но вроде как ее еще там расширяют, ремонтируют. Но странно, что когда вы строили эти дома, почему вы это не делали? Вот у меня такой вопрос. Вот. Так что вот так вот. В общем, буду сейчас сидеть. Ждать. Что-нибудь посмотрю зато. Угу. Хочу, может, телефон сейчас почищу. У меня память вообще вся забита. Поэтому буду себя развлекать, как могу. Ладно, увидимся. Вот хочу в Звенигороде. Будет что интересное? Если получится, покажу вам. Я тысячу лет не покупала вот так вот кофе в стаканчиках. На завтрак. Папа кормит завтраком работника своего. Прикиньте, взяла капучино, прям такая пенка хорошая, мне так понравилось. Сейчас буду есть вкусняшку. Мы уже в Звенигороде приперлись. Хотела запустить стрим, но потом подумала, что, блин, а вдруг Денис раньше освободится, прерывать резко стрим. В общем, не хочется. Время уже 2:30. Вот. Хочу, знаете, что сейчас? Ну, там увидела какой-то этот... Щеки красные опять. Жарко. В рынок. Хочу пойти сходить, посмотреть, что там интересного. Как вы? Пойдемте со мной сходим. Посмотрите, что там. Блин, уже жарко, блин. Я не ожидала. А у меня теплые кофты. Представляете, на мне вообще не снимешь. Ладно, пойду. Я там дом такой сгоревший, я покажу вам. Видите, сгорел домик. Видите, такие вокруг новостройки. Вот знаете, говорят, что это специально делают. Человек не хочет выселяться. И его вот так убирают. Обидно. Вот так выглядит город Звенигород. Ну, это какая-то не центр, прям центр чуть в другом месте. О, смотрите, перекресток. Можно, кстати, зайти тут. Короче, гостиница вон даже есть. Наверное, вот это здание прям гостиница. Клиника здоровья. Вон, смотрите, типа... А, нет, это не такой рынок. Я думаю, прям палаточки стоят. Пойду сейчас в перекресток схожу, посмотрю, что у них в перекрестке. Там есть какие-то палаточки, но, судя по всему, это не то, что я думаю. Я, знаете, люблю такие, когда... Ну, такие выездные палаточки прикольные.
Минская. Пойду в Минск посмотрю. Кондитерская, там радости, хорошего настроения. Ой, там, наверное, вкусно много всего. А, ну там чай, всякие конфетки. Вряд ли, да, тут я что-то найду такое необычное. Ну, пойду гляну. Прелесть, из чего это интересно? А, это не подарок? А это пряник, да? А, класс. Со мной это, конечно, и вообще смех и грех. Короче, зашла. У меня пудра прям вся съехала. Я не взяла ничего с собой. Купить, что ли, что-нибудь. Эти красные прям. А, это я знаю, это я молоко попила. Все, я поняла, это капучино. На башке черчу. Зашла я, короче, в эти десерты. Естественно, я там не смогла пройти мимо чего-то, естественно, купила. Сейчас покажу, чего. Сейчас открою. И в Минске белорусские товары зашла. Ну, конечно, там колбаса, сыр. А в этом, где в... Как его называют-то, господи? Ну, вот это кондитерская, там такие торты, всякие пироженки вкусные. Во-первых, нам это нельзя. А во-вторых, я это просто, ну, даже не довезу. Мы же еще сегодня поем отсюда, из Ленинграда, Голландский проспект. Смотрите, какую штуку. Вот это соска, да? Это соска конфеты. Просто взяла, прикольно. Короче, 12 рублей стоит. А еще взяла вот такие конфеты. Мы их раньше мама часто, ну, так покупали. Они шоколадные. Это очень... Они вот так продавались очень часто. Вот так. Это бочонок вообще. Кто знает, такие конфеты пробовал. У них внутри джем какой. Вот здесь клюква есть. Еще бывает вот зеленый есть. Там кисленький джем такой. Очень вкусно. Очень вкусный шоколад. Я взяла вот пакетик маме с бабушкой. Да ее, может, съем. Да и лики можно одну. Это очень хороший шоколад. 120 рублей килограмм. А в белорусском то, что я купила, это уписка. В общем, я говорила уже как-то, что Денис у меня любит всякое разное пиво пробовать. Мы были когда в Минске, они, конечно, много перепробовали. Там сейчас какое-то лидовское, что ли, было. А еще было вот такое. Я ему взяла попробовать. Не знаю, что за пиво. Может, он скажет, что зря я купила. Смотрите, что я купила. Читайте надпись. Это просто смешно, да? Блин, я не смогла устоять. Ну так прикольно. Вот. И еще что? Смотрите. Сейчас я прям выложу вам сразу все три штуки покажу. Как вам вот это? Белокола, росинка, фун. Фун-фун. Просто. Ну поняли, да? Кола, спрайт, миринда. Прикольно? Они небольшие бутылочки взяла. Ну, в общем, смешно. Хочу сейчас попробовать какой-нибудь. В общем, я это, жертва всяких покупочек. Пойду сейчас перекресток скажу, посмотрю, что тут у них со скидками, как у них отличается, нет от нашего. Хочу вам все-таки показать, как выглядит поближе. Это, видите, вот дома такие кирпичные уже. И вот домик. Представляете, кто-то жил и сгорел домик. Рядом пристроены звериные товары какие-то. Зверские товары, о боже, вот тебе название. Ой, а там какая-то улица, смотрите, какие-то лавочки симпатичные. Пойдемте посмотрим, что там. Что, какими-то закоулками я хожу, мне вообще вон туда надо. Перекресток. А смотрите, какие там лавочки. Такой домик. Жалко, да? Какой-то текстиль домашний, видите? Но у них, кстати, даже новые постройки. Посмотрите, в каком они стиле. Не портят этот дом, видите? Все-таки стиль не портит так. Померанский клуб. Ну вот смотрите, как же я люблю, вот какая-то атмосфера другая в этих домах. Купчий двор. Там, наверное, ресторан. Одежда и белье. Прикольно. А, вон там собор. Все, я поняла, это центральная улица у них. Мы здесь когда гуляли с садами. Луковка, алкобар, хинкальная. Вот, это такая... Ой, там заяц какой-то. А, вон там вечный огонь, все. Я поняла, где мы находимся. Вот этот дом, который сгорел. Представляете? Луковка, Баскин-Робинс. Все, мы вон там вот в ресторанчике, по-моему, сидели тогда напротив. А, нет, это не вечный огонь. Все, я опять ошиблась. Короче, здесь был Чехов, кафе. Ой, там так уютно, я прям представляю. Смотрите, зайка.
что там, не сладковато какая-то, что-то открытие какое-то, чего-то. Нет, там я не пройду. Уютные, да, такие города? Мне прям нравится. В общем, вот такой он Звенигород. Особо вам его не покажу. Трактиры всякие, рестораны. Ну, кстати, сюда много приезжают. Здесь же этот монастырь Савина. Как же он? Строим пиццерию. Вон. Трактир, ёрш, одежда. Пойти одежду, что ли, купить. Суши-вок. Ой, какой балахон. Как Лика хотела, кстати. Пойду спрошу, сколько стоит. Наверное. Дизайнерская одежда. Вот. Лика хотела такой большой балахон. Сейчас зайду спрошу. Кстати, тоже старый домик. В общем, красиво. Что говорить, красиво. Видите, как магазин называется? Элефантик. Элефантик, прикольно. Детский какой-то, наверное. Мне так кажется. В общем. Ой, пойду я зайду. Я в топсе есть. Пойду зайду, спрошу, сколько балахон стоит. Короче, зашла, спросила. Это, оказывается, костюм полностью со штанами. Этот комплект стоит 12 500. Ну, что-то как-то дорого. Я посмотрела. Фиолетовый. Желтый, бежевый. Во-первых, цвета мне не очень понравились, но 12 500 это вообще дорого для этого. Я, конечно, понимаю, что типа у них дизайнерская. И это самый маленький. Ну, он какой-то прям большой. Ну, еще не знаю, правила Лики. Но мне еще, ну, хочу узнать, такой ли балахон она хочет. Правильно ли я поняла, блин, солнце. Но 12 500 нет, я не буду за такое отдавать, я просто слишком. За 12 500 мы пойдем где-нибудь там, не знаю. В Адидасе, в Найке можно взять хорошее. Да и во много где. Ой, ладно. Такой, мне кажется, где-нибудь в интернете, в Инстаграме, типа дизайнерский, можно дешевле на ногу купить. Штаны мне такие не очень нравятся. Все, я иду в перекресток. Мне жарко, мне, короче, напендюрилась. Боялась замерзнуть. Мы уже в Москве. Короче, я только зашла в перекресток, где не звонит. Типа... Я все. Ну и я, короче, побежала к машине. И вот мы уже въехали в Москву. Сейчас едем на трешку. Нам на Волгоградский проспект. Короче, сегодня наматываем круги. Надо было посмотреть, интересно, сколько я сегодня намотаю. Вот. А это этот маршал Жукова проспект. Красивая тачка. Вот так вот выглядит Москва. Обычная. Такие мерсы мне не нравятся. Такой мерс прикольный с водителем, но мерсы мне вообще не нравятся. Поэтому... Вот. Ладно. В общем, показываюсь вам. Хорошо, что я тогда не запустила стрим. Иначе бы все прервалось очень быстро, экстренно. Так что еще одно место, а потом в сторону дома. Не знаю, может, куда-нибудь заехать покушать еще. Хотя поели вот эти съели, будут мне прямо... Я так отвыкла вот от этих соусов, всего. Денис сейчас в магазин просто забежал, он уже бежит. Ой, мужичок бежит, 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 бежит. А, сигареты. О боже, он курит. Ты куряга. Все, он уже. Еще, оказывается, в одно место ехать. На Мосфильмовскую. Слушай, мне не нравится работать водителем. Я больше не хочу. Сейчас я вам покажу, как я уже сижу просто, в какой позе я его жду. Посмотрите, просто я как это, буквозю. У меня уже сил нет сидеть, и за рулем просто прямо. Я сижу уже вся такая в зю. Позе. Я устала. Мама, дай фрутала. Почему тебе хватит снимать? Объясни. И как мне выезжать еще сзади этот стал? Я вот туда, там, смотри, до Клумба еще 20 минут. Встал он там, видите, мне перекрыл. Я не хочу, я хотел просто задом выехать и все. Все хотели просто задом выехать, и все. Ну, надолго. Ой, ладно. Теперь на Мосфильмовскую, 34 минуты ехать. Ой, я выползла из машины постоять. Смотрите, как красиво солнышко так подсвечивает.
нас фильмовская. Ой, блин, у меня прям ножки. Что-то это. В строительстве. Чем что в строительство района Раменки стоит. Я уже кушать опять хочу, представляете? Он так прикольно смотрится, такое солнышко, очень красиво дома эти смотрятся. Хоть немножко походить, я реально уже сколько сижу, что-то я даже не подумала, что подвигать. Вот так. Еще чуть, блин, клевый, да, чистенький такой. Все, еще чуть-чуть, и мы домой. У меня Денис что-то завис, короче. Хочу что-нибудь пойти купить, поесть, что ли, где-нибудь поесть. Блин, нравится. О, там есть этот вкусвилл. Опять мед ланш. Нравится мне. Кондитерская кулинария. О, сейчас там что-нибудь. Что? Где-то мне надо все-таки поесть. Вообще мне очень здесь нравится. Здесь прям как-то так просторно, уютно. Прикольно. Сюда пойду. Чуть посмотрю. Так что ты мне мешаешь, да? Щеки сразу. Мы дома уже. Торик балдит. Да, рычи. Не трогайте меня, я самая грозная собака в мире. Пил. Собака кайфует, он такой ухо лежит. Что ты делаешь? Губу закатай. Он еще больше выворачивается. Чего у тебя лапки? Лапки. Соскучился. От трепушки. Давай, рычи. Щеки раздулся. Ну закрой тур, у тебя губа упала. Ты что, позырил сейчас? Просто ты так готов сейчас все, что хочешь с тобой, да, делать? Так приклеить надо. И все, смотри. Ну как дурачок. И опять падает. Отклеивается. У вас ус отклеился. Господи. Ты что за поза вообще? Чешется нам. Он готов на все, лишь бы часы. Ты как нормальный такой? И вот так вот 2 минуты я вам показываю собаку. Щёк. Кто здесь? Что такое? Что мой мальчик? Давно я тебя не показывал. Тор, Торик. Чё? Давай, помогу. Торик. Тор. И раз. Лапки. Мы дома. Все, сейчас будем отдыхать. Завтра диван должны нам, по идее, привезти, кстати. Чего ты подглядываешь? Не глажу тебя? Торт кисне так зыркнул. Папа, мозг к папе. Уга ползет. Чего ты хочешь? Короче, укатались, давай. Накатались. Зато постримили, да, сегодня? Прикольно так было. Да. Сейчас покажу. А чё ты сразу линяешь? Куда? Что? Такой, да, вот так что лежал. Смотрите, он прям ползёт. Да, что такое? Что? Не знает, как ему. Как лечь, да, Тор? Тор. Хвостом бум-бум. Он получил, по-моему. Да, 5. И ржёт, смотрите, ржёт. Так, давай, Тор. О, 5, петух. Давай, 5. Да. Пятюню. Вот. В общем, все. Сегодня там я вам показала каждое место, где мы были.
Такое тоже. Вот так вот. Все, будем отдыхать. Покеда. О, блядь, господи, какой же он длинный. Он прям подползает, все, завалился. Ждет теперь, когда его папа погладит. Короче, как только я переключаю, сразу становится неприкольно просто. Вот сейчас опять лег. Вот, завтра мне здесь надо будет все убирать. Денис завтра опять работает. А мне надо будет все мыть, убирать, чтобы смогли нормально занести диван. Надеюсь, мы завтра уже будем спать на диване. Завтра покажу вам, какой диванчик привезли. Все. Пока. До завтра.